Вы знаете, очень сложная история. У меня воевали деды, два, с одной стороны и с другой стороны. Оба Петра, оба погибли. Один погиб в Кенигсберге, другой погиб в Чехословакии. Помним их, и мы недавно так нашли их следы, в каком отношении. Нам просто сказали, просто исчезли, пропали без вести, один из Петров. И оказалось, что ничего не пропал, уже нашли наши дети, нашли награды и все. Мы очень рады. Это праздник очень светлый. И сейчас у меня, сын офицер, зять офицер, я очень... как поддерживаю нашего президента, нашу армию, победы. Очень переживаем за то, что происходит на Украине, но только победа. Нам нужна одна победа, одна на всех. А что еще ульяновцы могли бы в 9 мая пожелать? Ульяновцам, вы знаете, сплотиться. Вот просто встать плечом к плечу. Нам уже много лет. Мы далеко перешагнули, я, допустим, за 60-летний рубеж, да? А вот эта вот молодежь, которая, чтобы не слышали мы, а вот там вот лучше, а вот там... Давайте вместе делать нашу жизнь лучше. Наш город чудесный, с такой памятью. Сколько наших бойцов уходило, патронные заводы. Если начать вот это вот все вспоминать, пусть они донесут это до нашей молодежи, до наших внуков. Чтобы наши внуки знали, что такое концентрационные лагеря. Это страшно, чтобы это никогда не коснулось нашей страны.